Эти аффирмации разработаны и озвучены Еленой Вальяк. Начинайте свой день с этих позитивных утверждений. Используйте их в течение дня или перед сном. И раскройте свою внутреннюю силу, которая поможет вам испытывать счастье каждый день. Я рекомендую слушать эту запись каждый день в течение месяца и более. Думайте о каждом позитивном утверждении, как об уже свершившемся факте, и постарайтесь испытать соответствующие чувства и эмоции. Представьте, как вы соглашаетесь со всеми этими словами и как вы чувствуете, что для вас все это уже правда. Неважно, будете ли вы внимательно вслушиваться в мои слова или позволите себе отвлекаться на что-то другое. Аффирмации сработают и в том, и в другом случае. И лучше всего они сработают. Если, слушая мой голос, вы будете чувствовать себя спокойно и расслабленно. Просто позвольте всем моим словам, которые могут принести вам пользу, проникать и впитываться в подсознание, как вода впитывается в плодородную землю. В первой части этой программы я буду обращаться к вам, как бы говоря с вами. Пусть для вас мои слова звучат так, как если бы с вами разговаривал ваш хороший друг. Или как если бы вы сами из недалекого будущего рассказывали себе из прошлого о своей новой жизни. Когда вы будете слушать первую часть аффирмаций, вы можете обнаружить, что иногда мои слова могут становиться какими-то неразборчивыми, неясными, сплетаться друг с другом. Это так и должно быть. Это специальный эффект, который помогает вашему подсознанию легче и быстрее принять эти позитивные установки. Во второй части те же самые аффирмации я буду произносить от первого лица и оставлю вам время, чтобы повторять эти слова за мной, если вы этого захотите. Итак, давайте начнем. Твоя жизнь – это увлекательное путешествие. Ты испытываешь счастье, потому что ты живешь и дышишь. Счастье – это состояние твоей души на протяжении всего твоего жизненного пути. Ты чувствуешь связь с Высшим Я, с силами, которые щедро дарят тебе чистую, светлую энергию жизни. Ты – дитя изобилия, любимое дитя. Ты чувствуешь безусловную любовь к жизни. Ты находишься в доверии к мирозданию. Ты знаешь, что возможно все. Твоя жизнь легкая и радостная. В твоей жизни происходят чудеса. В твоей жизни все хорошо. Так было, так есть и так будет. Ты чувствуешь себя в безопасности и под защитой. Вместо того, чтобы ожидать мира и покоя извне, ты учишься тому, как создавать мир и покой изнутри. Ты чувствуешь, как сейчас спокойствие и умиротворенность переполняют твою душу. Ты — мир и покой. Ты делаешь все свои дела, сохраняя мир внутри. Ты — спокойный человек. Все, что ты делаешь с осознанием того, что ты — мирный и спокойный человек. Ты ощущаешь поддержку высших сил Вселенной. Ты чувствуешь единение с природой и с Творцом. Высшая сила в тебе превращает темноту в свет. Ты чистая и радостная душа. Ты ощущаешь, как через тебя протекает любовь и благодать. Своими мыслями ты создаешь свое состояние счастья. Ты ощущаешь внутреннюю стабильность. Счастье и стабильность — это твоя внутренняя сила. Ты — сила и энергия. Твой путь на земле — это путь роста, развития и раскрытия своей силы. Ты полагаешься на волю созидательной силы, которая в тебе. Ты двигаешься к своим целям, чувствуя безопасность и защиту. Ты наполняешь свое сознание
мыслями о добре, мире и гармонии. Ты предпринимаешь все необходимые действия сегодня. Ты испытываешь счастье, потому что можешь заниматься любимым делом. Твои мечты исполняются наилучшим образом. Ты чувствуешь, как твое желание отпечатывается в подсознании, чтобы затем исполниться в реальности. Твоя судьба — быть счастливым человеком. Если в твоей жизни происходит что-то, что тебе не нравится, ты вспоминаешь слова «Я чистая душа». Каждый твой день счастливый. Каковы бы ни были внешние обстоятельства, ты принимаешь все то, что не можешь изменить. Ты принимаешь мир таким, какой он есть. Все, что ты ищешь в окружающем мире, уже есть внутри тебя. Тебе нужно только выразить это, двигаясь к своей цели. Ты чувствуешь внутреннюю готовность ко всему, что может произойти в твоей жизни. Каждый день твоей жизни — это дар. С каждым днем тебе все больше становится доступным то, что казалось недостижимым. Ты испытываешь счастье, потому что у тебя все получается. Каждое утро ты говоришь слова благодарности за все, что есть в твоей жизни. Ты замечаешь и сознательно направляешь внимание на все хорошее, что есть в твоей жизни. Только ты самостоятельно можешь сделать себя счастливым человеком. Твой ум сосредоточен на том, что хорошего может произойти в твоей жизни. Ты духовно развитый человек. Чистота, любовь и счастье — это твои естественные черты. Ты входишь в контакт с жизнью, любовью, истиной и красотой, находящейся внутри тебя. Ты испытываешь счастье, потому что ты видишь красоту в простом. Ты наслаждаешься своей жизнью даже в мелочах. Ты бережно относишься к природе и всем живым существам. Ты живешь в гармонии с природой, наслаждаясь ее волшебной красотой. Ты создаешь все свои мысли и чувства. У тебя есть свобода выбирать, какие чувства и мысли ты создаешь. Каждая твоя мысль влияет на твое тело и на твою душу. С помощью каждой своей мысли сегодня ты пишешь сценарий своей будущей жизни. Ты создаешь только чистые, укрепляющие твою внутреннюю силу мысли. Ты — знание. Ты внимательно относишься к информации, которую допускаешь к себе. Ты развиваешь свой интеллект. Каждое утро ты начинаешь только с чистой, позитивной, жизнеутверждающей информации. Ежедневно ты напоминаешь себе, что ты прекрасная, чистая душа. Каждый вечер ты заканчиваешь чистыми, позитивными, добрыми словами. Ты готовишься ко сну, допуская к себе только хорошие позитивные мысли. Мысли усиливают твою независимость. Твои мысли и твои слова в гармонии. Ты легко отличаешь позитивные мысли от всех остальных. Если твои мысли позитивны, то ты чувствуешь себя хорошо. Когда ты меняешь свои мысли на позитивные, ты укрепляешь свою внутреннюю силу. У тебя есть силы на то, чтобы меняться к лучшему. Ты чувствуешь удовлетворение собой. Быть осознанным человеком — это быть тем, кто ты есть на самом деле. Ты правда. Ты выбираешь честность с собой. Ты доверяешь себе. Ты чувствуешь уверенность в себе. Ты знаешь свои ценности и потребности. Ты можешь опереться на себя. Ты слушаешь голос своей интуиции, учителя внутри тебя. Чем больше ты используешь свою интуицию, тем лучше она становится. Ты доверяешь людям. Ты принимаешь других людей такими, какие они есть. Ты излучаешь энергию принятия, поддержки, любви и признательности к своим близким и родным людям. У тебя есть сила проявлять гибкость, договариваться, проявлять терпение к людям. Ты сознательно отказываешься критиковать и осуждать себя и других людей. Ты отказываешься от желания сравнивать себя с остальными и быть лучше других. Ты — это ты. Прекрасное дитя Бога. Тебя достаточно. Ты наслаждаешься тем, кто ты есть. Ты отпускаешь и стираешь из памяти все обиды. Ты отпускаешь и стираешь из памяти
чувство вины. Ты выбираешь простить себя и других. Ты перестаешь мысленно возвращаться в прошлое. Прошлое прошло. Ты двигаешься вперед к развитию и лучшему будущему. Ты разрешаешь себе чувствовать все чувства. Ты слушаешь свою душу. В течение дня ты часто останавливаешься и спрашиваешь себя, а что я чувствую и думаю в этот момент? Когда ты делаешь свои повседневные дела и когда ты сталкиваешься с непредвиденными ситуациями, ты выбираешь такую реакцию, которая позволяет тебе чувствовать себя хорошо. Ты испытываешь счастье, потому что можно быть собой. Ты испытываешь счастье, потому что ты чувствуешь. Ты эмоционально гибкий и стабильный человек. Ты находишь счастье в улыбках и объятиях любимых людей. Ты — любовь. Ты любишь себя, безусловно. Ты даришь свою любовь окружающим людям. Твоя основная ответственность — это твое собственное, эмоциональное, физическое и душевное состояние. Когда ты испытываешь счастье, ты можешь наилучшим образом позаботиться о своих близких и родных. Ты берешь ответственность за себя, свою жизнь и свои реакции на себя. Ответственность — это твоя способность отвечать на возникающие в жизни ситуации. Ты всегда выбираешь реагировать на то, что происходит в твоей жизни, наилучшим способом. Ты чувствуешь себя хорошо, когда испытываешь спокойствие и радость. В любой ситуации ты стремишься к тому, чтобы сохранять спокойствие и внутреннюю устойчивость. Если у тебя возникают негативные чувства, ты признаешь их и думаешь, что можно сделать, чтобы снова почувствовать себя спокойно и хорошо. Ты освобождаешься от всех реакций, действий и привычек, которые снижают твою энергию и делают тебя слабее. Ты выбираешь такие реакции, действия и привычки, которые делают тебя сильнее и заряжают тебя силой и энергией. Для этого ты заменяешь свои мысли на такие, которые приносят тебе позитивные эмоции и чувства. Твои позитивные мысли — это семена добра, любви, радости, мира и успеха, которыми ты засеваешь плодородный сад своего подсознания сегодня. Ты принимаешь тот факт, что другие люди ведут себя так, как они сами считают нужным. Ты отказываешься ждать, пока изменится окружающее или весь мир, чтобы тебе почувствовать себя хорошо. Твое самочувствие полностью под твоим контролем. Общаясь с каждым человеком, ты выбираешь чувствовать себя хорошо. Ты можешь испытывать счастье, независимо от того, счастливы ли другие люди. Сегодня ты выбираешь любовь и доброжелательность ко всем ближним. То, как ты обращаешься с другими людьми, важно в первую очередь для тебя, потому что это влияет на твое собственное состояние. Все твои мысли и слова — это семена любви, истины, добра и красоты. Ты чувствуешь заботу и внимание. У тебя есть настоящие друзья и единомышленники. Ты общаешься с хорошими людьми. Ты чувствуешь помощь и поддержку. Люди хорошо относятся к тебе, ценят тебя и заботятся о тебе. Ты испытываешь счастье, потому что можешь понимать чувства других. Каждый день ты принимаешь хорошие решения. Ты испытываешь счастье, потому что твоя поддержка помогает другим. Ты приносишь пользу людям. Каждый день ты делаешь все, что можешь, и с радостью наблюдаешь результат своих трудов. Ты ставишь цели и достигаешь их. Ты чувствуешь счастье уже в процессе достижения своих целей. Чтобы достичь успеха, ты в первую очередь заботишься о себе, о своем эмоциональном и физическом состоянии. Ты чувствуешь себя спокойно и хорошо внутри, и поэтому у тебя все получается во внешнем мире. Ты осознаешь свою ценность. Ты имеешь право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым и удачливым человеком. У тебя все получается в работе. Деньги поступают к тебе в изобилии. Ты щедрый человек. Успех сопровождает тебя во всех твоих начинаниях. Гармония, здоровье и мир сейчас
наполняют тебя. Ты испытываешь счастье, потому что ты находишь время на отдых и расслабление. Ты заботишься о себе. У тебя много энергии. Твое тело прекрасно. Ты заботишься о своем теле. Ты благодаришь свое тело за то, что у тебя есть возможность жить. Каждый день ты избавляешься от стресса. Ты освобождаешься от всех зависимостей. Ты выбираешь движение. Твоя жизнь — это прекрасный танец. Ты часто смеешься. У тебя хорошее, радостное настроение. Ты внимательно относишься к тому, что ты ешь и пьешь. Ты красивый человек. Твоя иммунная система крепкая. Ты всегда выбираешь здоровье. Ты соблюдаешь режим дня. Живешь в соответствии с циркадными ритмами Земли. Перед сном ты уделяешь себе время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от всех дневных забот. Каждый день ты укрепляешь свое здоровье. Ты находишь время для прогулок на природе и наслаждаешься солнцем, небом и свежим воздухом. Ты чувствуешь счастье, потому что ты можешь быть здесь и сейчас. С каждым днем твоя жизнь становится все счастливее. Очень хорошо. Теперь повторяй вслед за моим голосом. Моя жизнь — это увлекательное путешествие. Я испытываю счастье, потому что я живу и дышу. Счастье — это состояние моей души на протяжении всего моего жизненного пути. Я чувствую связь с Высшим Я, с силами, которые щедро дарят мне чистую и светлую энергию жизни. Дитя изобилия. Я — любимое дитя Вселенной. Я чувствую безусловную любовь к жизни. Я нахожусь в доверии к мирозданию. Я знаю, что возможно все. Моя жизнь легкая и радостная. В моей жизни происходят чудеса. В моей жизни все хорошо. Так было. Так есть и так будет. Я чувствую себя в безопасности и под защитой. Вместо того, чтобы ожидать мира и покоя извне, я учусь тому, как создавать мир и покой изнутри. Я чувствую, как сейчас спокойствие и умиротворенность переполняют мою душу. Я — мир и покой. Я делаю все свои дела, сохраняя мир внутри. Я спокойный человек. Все, что я делаю с осознанием того, что я мирный и спокойный человек.
Я ощущаю поддержку высших сил Вселенной. Я чувствую единение с природой и с Творцом. Высшая сила во мне превращает темноту в свет. Я чистая и радостная душа. Я ощущаю, как через меня протекает любовь и благодать. Своими мыслями я создаю свое состояние счастья. Я ощущаю внутреннюю стабильность. Счастье и стабильность — это моя внутренняя сила. Я — сила и энергия. Мой путь на Земле — это путь роста, развития и раскрытия своей силы. Я полагаюсь на волю созидательной силы, которая во мне. Я двигаюсь к своим целям, чувствуя безопасность и защиту. Я наполняю свое сознание мыслями о добре, мире и гармонии. Я предпринимаю все необходимые действия сегодня. Я испытываю счастье, потому что могу заниматься любимым делом. Мои мечты исполняются наилучшим образом. Я чувствую, как мое желание отпечатывается в подсознании, чтобы затем исполниться в реальности. Моя судьба — быть счастливым человеком. Все, что со мной происходит, для моего блага. Если в моей жизни происходит что-то, что мне не нравится, я сразу же вспоминаю слова «Я — чистая душа». Каждый мой день счастливый, каковы бы ни были внешние обстоятельства. Я принимаю все то, чего не могу изменить. Я принимаю мир таким, какой он есть. Все, что я ищу в окружающем мире, уже есть внутри меня. Мне нужно только выразить это,
двигаясь к своей цели. Я чувствую внутреннюю готовность ко всему, что может произойти в моей жизни. Каждый день моей жизни — это дар. С каждым днем мне все больше становится доступным то, что казалось недостижимым. Я испытываю счастье, потому что у меня все получается. Каждое утро я говорю слова благодарности за все, что есть в моей жизни. Я замечаю и сознательно направляю внимание на все хорошее, что есть в моей жизни. Только я самостоятельно могу сделать себя счастливым человеком. Мой ум сосредоточен на том, что хорошего может произойти в моей жизни. Я духовно развитый человек. Чистота, любовь и счастье — это мои естественные черты. Я вхожу в контакт с жизнью, любовью, истиной и красотой, находящимися внутри меня. Я испытываю счастье, потому что вижу красоту в простом. Я наслаждаюсь своей жизнью даже в мелочах. Я бережно отношусь к природе и всем живым существам. Я живу в гармонии с природой, наслаждаясь ее волшебной красотой. Я создаю все свои мысли и чувства. У меня есть свобода выбирать, какие мысли и чувства я создаю. Каждая моя мысль влияет на мое тело и на мою душу. С помощью каждой моей мысли сегодня я пишу сценарий своей будущей жизни. Я создаю только чистые, укрепляющие мою внутреннюю силу мысли. Я — знание. Я внимательно отношусь к информации, которую допускаю к себе. Я развиваю свой интеллект. Каждое утро я начинаю только с чистой, позитивной, жизнеутверждающей информации.
Ежедневно я напоминаю себе, что я — прекрасная, чистая душа. Каждый вечер я заканчиваю чистыми, позитивными, добрыми словами. Я готовлюсь ко сну, допуская к себе только хорошие мысли. Позитивные мысли усиливают мою независимость. Мои мысли и мои слова в гармонии. Я легко отличаю позитивные мысли от всех остальных. Если мои мысли позитивны, то я чувствую себя хорошо. Когда я меняю свои мысли на позитивные, я укрепляю свою силу. У меня есть силы на то, чтобы меняться к лучшему. Я чувствую удовлетворение собой. Быть осознанным человеком — это быть тем, кто я есть на самом деле. Я — правда. Я выбираю честность с собой. Я доверяю себе. Я чувствую уверенность в себе. Я знаю свои ценности и потребности. Я могу опереться на себя. Я слушаю голос своей интуиции, учителя внутри меня. Чем больше я использую свою интуицию, тем лучше она становится. Я доверяю людям. Я принимаю других людей такими, какие они есть. Я излучаю энергию принятия, поддержки, любви и признательности к своим близким и родным людям. У меня есть сила проявлять гибкость, договариваться, проявлять терпение к людям. Я сознательно отказываюсь критиковать и осуждать себя и других людей. Я отказываюсь от желания сравнивать себя с другими или быть лучше других. Я — это я, прекрасное дитя Бога. Меня достаточно.
и я наслаждаюсь тем, кто я есть. Я отпускаю и стираю с памяти все обиды. Я отпускаю и стираю из памяти чувство вины. Я выбираю простить себя и других. Я перестаю мысленно возвращаться в прошлое. Прошлое прошло. Я двигаюсь вперед к развитию и лучшему будущему. Я разрешаю себе чувствовать все чувства. Я слушаю свою душу. В течение дня я часто останавливаюсь и спрашиваю себя, а что я чувствую и думаю в этот момент? Когда я делаю свои повседневные дела, и когда я сталкиваюсь с непредвиденными ситуациями, я выбираю такую реакцию, которая позволяет мне чувствовать себя хорошо. Я испытываю счастье, потому что можно быть собой. Я испытываю счастье, потому что я чувствую. Я эмоционально гибкий и стабильный человек. Я нахожу счастье в улыбках и объятиях любимых людей. Я — любовь. Я люблю себя безусловно. Я дарю свою любовь окружающим людям. Моя основная ответственность — это мое собственное, эмоциональное, физическое и душевное состояние. Когда я испытываю счастье, я могу наилучшим образом позаботиться о моих близких и родных. Я беру ответственность за себя, за свою жизнь и свои реакции на себя. Ответственность — это моя способность отвечать на возникающие в жизни ситуации. Я всегда выбираю реагировать на то, что происходит в моей жизни, наилучшим способом. Я чувствую себя хорошо, когда испытываю спокойствие и радость. В любой ситуации я стремлюсь к тому, чтобы сохранять спокойствие и внутреннюю устойчивость. Если у меня возникают негативные чувства,
Я признаю их и думаю, что можно сделать, чтобы снова почувствовать себя спокойно и хорошо. Я освобождаюсь от всех реакций, действий и привычек, которые снижают мою энергию и делают меня слабее. Я выбираю такие реакции, действия и привычки, которые делают меня сильнее и заряжают меня силой и энергией. Для этого я заменяю свои мысли на такие, которые приносят мне позитивные чувства и эмоции. Мои позитивные мысли — это семена добра, любви, радости, мира и успеха, которыми я засеваю плодородный сад своего подсознания сегодня. Я принимаю тот факт, что другие люди ведут себя так, как они сами считают нужным. Я отказываюсь ждать, пока изменится окружающий или весь мир, чтобы мне почувствовать себя хорошо. Мое самочувствие полностью под моим контролем. Общаясь с каждым человеком, я выбираю чувствовать себя хорошо. Я могу испытывать счастье, независимо от того, счастливы ли другие люди. Сегодня я выбираю любовь и доброжелательность ко всем ближним. То, как я обращаюсь с другими людьми, важно в первую очередь для меня, потому что это влияет на мое собственное состояние. Все мои слова и мысли — это семена любви, истины, добра и красоты. Я чувствую заботу и внимание. У меня есть настоящие друзья — и единомышленники. Я общаюсь с хорошими людьми. Я чувствую помощь и поддержку. Люди хорошо относятся ко мне, ценят меня и заботятся обо мне.
Я испытываю счастье, потому что могу понимать чувства других. Каждый день я принимаю хорошие решения. Я испытываю счастье, потому что моя поддержка помогает другим. Я приношу пользу людям. Каждый день я делаю все, что могу, и с радостью наблюдаю результат своих трудов. Я ставлю цели и достигаю их. Я чувствую счастье уже в процессе достижения своих целей. Чтобы достичь успеха, я в первую очередь забочусь о себе и своем эмоциональном и физическом состоянии. Я чувствую себя спокойно и хорошо внутри, и поэтому у меня все получается во внешнем мире. Я осознаю свою ценность. Я имею право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым и удачливым человеком. У меня все получается в работе. Деньги поступают ко мне в изобилии. Я щедрый человек. Успех сопровождает меня во всех моих начинаниях. Гармония, здоровье и мир сейчас переполняют меня. Я испытываю счастье, потому что я нахожу время на отдых и расслабление. Я забочусь о себе. У меня много энергии. Мое тело прекрасно. Я забочусь о своем теле. Я благодарю свое тело за то, что у меня есть возможность жить. Каждый день я избавляюсь от стресса. Я освобождаюсь от всех зависимостей. Я выбираю движение. Моя жизнь — это прекрасный танец. Я часто смеюсь. У меня хорошее, радостное настроение. Я внимательно отношусь к тому, что ем и пью. Я красивый человек. Моя иммунная система крепкая. Я всегда выбираю здоровье. И
Я соблюдаю режим дня. Живу в соответствии с циркадными ритмами Земли. Перед сном я уделяю себе время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от всех дневных забот. Каждый день я укрепляю свое здоровье. Я нахожу время для прогулок на природе и наслаждаюсь солнцем, небом и свежим воздухом. Я чувствую счастье, потому что могу быть здесь и сейчас. С каждым днем моя жизнь становится все счастливее.